Итак, друзья, всем привет! Сегодня бы хотел сказать вам особенности управления, значит, через приложение Яндекс с Алисой и, значит, Марусей, значит, роботом-пылесосом Xiaomi. Я уже рассказал, как я подключал к одному и тому же телефону, значит, и через приложение Маруся, и через Яндекс Алисы подключал робота-пылесоса и одновременно управлял то с Марусей голосовым, то с Алисой. А потом я подошел к экрану, вот так вот нажимаю, говорю, включи робота, точнее, включи робота-пылесоса. Вот информация об этом с YouTube. И слышите? Вот он включился, там не слышно. Выключи робота-пылесоса. Окей, выключаем. Вот, все, выключаю, все нормально, вы не слышите, он там выключился, все нормально. Так вот, самое удивительное, друзья, после того, как я засинхронизировался, то есть у меня такой же аккаунт у приложения, значит, Маруся на телефоне, такой же аккаунт в ВК-почте, да, и здесь тоже есть Маруся. Я нажимаю, там у меня робот называется Румба, и вот он уже не работает. А включи Румбу. Авторизуй. Включи Румбу. Авторизуйте. Включи робота-пылесоса. Авторизуй. Уровень заряда у робота-пылесоса. Ответы я не знаю, а вот вас очень люблю. Уровень заряда у Румбы. Видите, не работает. Вот, Яндекс поработал, и у него все нормально. Сейчас я вам покажу, что в приложении, значит, Маруся все очень даже работает. Причем непонятно, почему она болтает. Вот болтает, когда не надо. Я сейчас говорю, она меня перебивает. Итак, друзья, значит, переходим в приложение Маруся. И тут уже почему-то все нормально, то есть нету, по сути, никакой синхронизации. Вот. Уровень заряда Уровень заряда у Румбы. Уровень заряда Румбы 100%. Видите, то есть Румба это мой робот-пылесос, и есть контакт, говорит, и уровень заряда, естественно, включит, все без проблем. А здесь через эту Марусю, то есть Маруся какая-то не универсальная, то есть на смартфоне работает, синхронизируется с роботом, да, а здесь уже не работает. Причем, друзья, а вот у Алисы все нормально, то есть у Алисы, значит, мы подсоединились через смартфон, да, но и на ПК можем командовать роботу-пылесосу. Вот такая вот разница. Вот. Так что доделают ли когда-нибудь этот вопрос Mail.ru, это остается под вопросом. Вот, собственно, и все. Надеюсь, вам видео было полезным. Всем пока, до свидания.